быть. Короче, это уже 10-я попытка, наверное, записать Аларуна, но я должен записать катку на Аларуне хорошую, с хорошим билдом. Угу. Поэтому почапали. А, но, кстати, билд будет опять дефолтным. Билд опять будет дефолтным, я вам так скажу. Потому что я другого билда пока для него не нашел, если честно. Единственное то, что Антикей заходил на стрим и писал про вот этот вот, я забыл даже как называется, вот, про вот эту штуку. Ваши базовые атаки наносят врагам по стройкам урон в размере 4 здоровья в виде магического. Ну это от здоровья, блин, нет, это так не работает. На АДК точно не работает. Поэтому идем так. Но как-нибудь я попробую. Гильгамеш полубог как Геркулес? Ну, наверное, я не шарю. Вот шо-шо, а за это я не шарю. Полубог он там, полу... не бог. Блин, музыка так громко играет. Не, нормально, да? Музыка нормально играет на фоне? Здорово, здорово, ребят, здорово всем, кто подключился. Лайкусики на ютубе ставим, парни, я буду безумно вам благодарен. Через дабл стаки собирал. Не, я стаки ему вообще никогда не собирал. Ерсис, братанчик, я все понимаю. Но теперь как мне левел получать? На Джанкуя, да, согласен. Штука выжигания на Джанкуя норм. Лол. Мы просто задолбили его. Герсис. Ну, блин, тащит катки. Ля, провозит меня. Ля. Не только очнул. Ой-ой-ой, пол лица отрывает. Блин, там на миду жопа, на соло тоже жопа. Ага, забавный войс у Кукулькана. Я специально взял тройку под Герсиса, типа для контроля, чтобы подкидывать вот так вот. Хорошо. Мы можем быть очень агрессивными. А чё, никто не идет, что ли? Обманули нас? Или он ждет уже? Это начало, я понимаю, да? 3 килла за 2 минуты в катке. Герсиус оставил, чтобы он похилился. Я только сейчас, кстати, понял, то, что у них 2 АДК, если честно. Только сейчас. Да-да. Чего да-да? Не понял. Вообще не смещается, пацан, его вообще ничего не смущает. Первый Эрлинг вообще топ. Возможно. Пока ситуация в катке не очень. Учитывая то, что этот Ктулху каким-то образом от Афродиты умер. Не знаю. Это как минимум странно. Ну, задача сейчас Герсиса перефармить себе ульт, потому что Цербер до сих пор третий, а Герсиас сейчас со следующей волны, по идее, будет пятым. И идти гангать другие линии, и тогда будет изи. Missing middle. Enemy missing middle. Все, Герсиас сейчас пойдет. Okay. А че ретрит? Ну я бы их уничтожил, Герсиас. Герсиас не верит. А че мне уходить? Я фуловый, а закупаться толком нечем. Все, стоим. Тун,
Тун-тун. А, да, не ушел. Все, ульт есть. Хорошо. У Хоуи, правда, тоже ульт есть. Это плохо. Сейчас посмотрим, как... Ну, я думаю, очень много сейчас от Герсиса зависит. Но именно от его пика. Здорово, игрок. Скоро это не такое будет строить? Да, да там возможностей к постройке, видишь, в Вальхейме очень много. С их физикой. Им бы реально расширяться дальше сейчас. Там больше 4 миллионов покупок игры. Крутой голос у скина, да, офигенный. Ботинок, да надо ботинок, да. У них, видишь, теперь Цербер стоит и фармит тоже ульт. Вот сейчас Герсиас должен разруливать. Я так понимаю, у нас там проблема на миду с Кукульканом. Проблема в том, что он слабый. Ну и получается Хоуи пошел за перчаткой уже. Я думал, тебе все скини, не все, конечно. Я в Смайт давно не доначу уже. Ну, периодически покупаю какие-то единичные скины. Вообще, я сейчас игры складирую. Здорово, Кицуна. Это новый скин? Ну, он не самый новый, конечно. А какая разница? Герсис здесь? Не, мы не через Дискорд не играем. Я поэтому только с Герсисом играю, мне с ним комфортно играть и все. Здорово, Плантин. Ну, получается, что не успел. С Герсисом просто комфортно играть, парни. Мы хоть и рофлим постоянно, то он в чат пишет, то еще что-нибудь. Но у нас есть определенного вида синергия, так сказать, в игре. Я периодически понимаю, что он делает, чувствую, что нужно делать под него. И как бы нам не особо нужны голосовые всякие моменты вот эти. Через 9 дней дыре, как думаешь, отпраздновать лучше? Ой, слушай, это такая штука. Я не праздную дыре просто свои уже давно. От слова совсем. В лиге стартует Масленица? Прикольно. Смайти не будет, наверное. Если он сейчас на базу пойдет, то я, да, плюс левел имею. Не вижу никого на линии. И этот с пол хп агрессирует. Значит, ко мне кто-то идет. Ну да, я чувствую Герсиса. Герсис чувствует меня, все нормально. Вардов нету. Он не просто так агрессирует. Все, он ушел. Вообще, в теории, можно было бы пойти и загангать там кого-нибудь. Но я буду фармить. Здорово, витамин. Все, Герсиса порвало уже. У нас там кто-то миссает много. Кто-то миссает много. Ладно, надо лита ждать. Проблема в лите будет то, что у них два АДК. А вообще-то да, вообще так и есть. Ладно, да. Попробую вначале это кольцо взять. Твич не отвечает? Ну, не знаю, он пишет. Здорово, Николай. Блять, из-за того, что в чат посмотрел, чуть не этого Герсиса не заруинил. А он 6 левела, лол. А о чем речь вообще? Не жаль 6 левела. На 2 левела меньше саппорта. И на левел меньше, чем их саппорт. Это джанглер наш. Будет тяжело, короче.
Я вам про это и говорил, чат, не обязательно быть даже в пати, чтобы выигрывать, типа. Ну, в смысле, даже пати не помогает. Понимаешь? Типа, хоу, я перестреливаю. Катка на YouTube, но я включил запись, я хочу Аларуна, да, записать. Но с этим могут быть проблемы. Shine a light in this dark place. Ой, блин. Reaching orbital velocity. Я вижу Герсиас, но я отошел, братан. Я... Не, Герсиас горит уже. Я не знаю, зачем он это сделал, но ладно. Ну-ка, чё, окей? Чё, окей? Только сказал про синергию... Блять. Ладно. Герсиас, если... Вот он на стриме. Если ты не хочешь играть, я тогда в соло буду играть. Какой смысл? Типа жопа просто разлетелась. Да, только сказал про то, что чувствуем друг друга. Герсиас пошел, начал бить один. Даже я, блять, вот мы без Дискорда сидим, играем. Но скажи ты, у тебя есть голосовые команды. Скажи ты, что ты идешь атаковать, типа там. Вот это, кстати, мне кажется, проблема Герсиаса как сильного игрока. Он ведь действительно сильный игрок. Но из-за того, что он сильный игрок, он очень-очень сильно надеется на свои соло-силы, так сказать, в игре, где игра идет 5 на 5. И это, мне кажется, ошибка его. Я, конечно, не эксперт, и, ну, он меня не обязан слушать в таких моментах. Но, типа, на этом очень много людей всегда горят. Да не, Black and White, то дело не в этом. То дело не в этом. Типа, я не играю с голосом, я же говорил, из-за того, что я с чатом играю. Очень многие люди, кто хорошо играет, очень сильно горят из-за этого. Типа, мол, смотрите, я какой сильный, я сейчас всех там разнесу в клочья и все такое. В итоге он полез один в два и умер. И забеймил из-за этого. Это неправильно. Да не в этом дело, Black and White. Я же тебе про что говорю. Я не хочу давать команды кола. Я, допустим, не супер-пупер игрок, чтобы колить кого-то. Я хочу разговаривать с чатом, а не в Discord говорить что-то. Перестрелял в его же ульте его. Ты отлично колешь, да, ни разу не заколил, а так отлично. Да, да, единичка очень много урона нанесла. Как же у нас другие фидят, я просто в шоке. Ладно. Репорт Эрланг уже пишет. Так, кто это, Кукулькан? Мьют. А стрим идет с задержкой, Black and White. Минус 1к, но еще подожди пока, еще подожди. Ну команда, видишь, играет как. Кукулькан умирает по кулдауну. Но при этом бэймит на других, ну типа какой смысл?
типа, я не знаю, что делать в такой ситуации. Я не знаю, что делать. Просто банально не знаю. А вы видите, вы говорите, нужно играть в команде. Да не важно, с кем ты играешь и как в команде играешь. Если у тебя другая команда вся проигрывает, ну типа... Что тут сделаешь? За 15 минут ни одного ганга. Да он и может, он не сможет гангануть. Этот нежа не сможет, а что это такое? Да у нас так же, Овел, у нас так же. Нежа только по лесу бегает, и то он не может выфармить, он просто слабый. Ха. Он слабый, он не может гануть, он ничего не может сделать. Тут Герсиас зачем-то блинк потратил, я не понимаю. Ты типа если подгораешь, то ну, зачем? Не знаю, не было смысла. Вот в этих мувов сейчас от Герсис не было смысла. Вулькан ультил сейчас в баф. Вы видели? Да, ну короче, даже эту катку можно вытащить, я уверен. Здорово, Тём. Даже эту катку можно вытащить, но при условии, если команда перестанет подгорать. Ну и нежа перестанет фидить. Как только нежа перестает фидить, мы начинаем выигрывать. В каком режиме? Как в конквесте. Там чем дольше игра идет, чем больше всяких действий у вас происходит, тем больше дают, насколько я помню. У них енот на меду, да, да. Очень часто вижу джанглеров на меду сейчас. Ой, джанглеров, хантеров. Там какое-то невероятное количество. Я не знаю, я иду 3-1, у нас вон 0-6 снижа, это просто капец. А, не, у них енот, получается, джанглер. Да, я видел то, что он признал. Но от того, что он признал то, что он херово играет, не делает ему чести, я вам так скажу. Просто на него не хочется, как говорится, пиздеть. Все. Из-за этого я буду у них воровать опыт. Господи, какой же он слабый. Прям не верю. Блин, я думал, достает по мне. Да нет, не сказал, что я от джангл... Ой-ой-ой, забыл телегу выключить, сорян. Я бы не сказал, что сейчас так сильно от джанглера зависит. Игра все так же зависит от командной игры. Мы не успеем. Не, я до сих пор уверен, что даже такую игру можно вытащить. Тут проблема только в ниже в данный момент. И все. Ну и в отсутствии группапа у нас. Они-то давят линии, получается.
И поэтому у них типа кажется все хорошо. А в массовых замесах вот так вот по таверкой там или еще где-то, естественно, мы их периодически разбираем. Ну тут надо думать и ждать, я думаю. Блин, а у меня не хватает на Тильхиона. Я что-то считаю, что Тильхион мне более полезен будет, чем Геката. Да не, не, так можно просто про любую роль сказать. Типа, а если вражеский мидер типа убивает вашего мидера, идет гангает линию, это же, ну, тоже многое дает. Я же попал! Чел, ну ты... Не, мне кажется, у меня и у единственного сейчас есть более-менее адекватный перефарм для этой игры. Ой-ой-ой-ой, как же не хватило. Мне просто не хватает чуть-чуть. Да, я вот сейчас очень чувствую себя нормально в этой катке, я вам так скажу. Ну это прям мега потная игра для меня. Ладно, он не стал брать. Может быть, понимает что-то. Может быть, понимает, что есть потенциал во мне. Давай теперь Гекату. И все, и надо улучшать нашу началку. Тильхиона зарешали? Ну, возможно. Нет, я думаю, сейчас ничего не зарешало пока что. Пока что. Но я вам еще раз говорю. Чисто визуально вы сами все видите. Каждый массовый замес у нас есть возможность. Трек идеально под скин подходит? Ну, может быть, да. У нас сейчас каждый наш замес идеально подходит. Ой, этот идеально проходит. Я очень много выдерживаю всего. Да нет, ну только не Афродита. Ну почему Афродита в меня? Здорово, чё. Сейчас спасла всю ситуацию Афродита. И опять массовый замес, посмотри. И опять массовый замес, мы пока что вроде как тащим. Я выиграю, чё. Я выиграю эту катку. Я должен выиграть эту катку. Хорош, 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 парни. Терпите, уничтожайте, унижайте их. Хорошо, хорошо. Не-не-не-не-не, Ктулка. А, щит, все, Герсиас. Хорош. Ой-ой-ой, он еще и прыгнул, чтобы выхилить. Но мы выиграли массовый замес, я вам так скажу. Даже с учетом того, что у нас есть Нежа, который в игре вообще ничего не делает. Типа он просто есть, но его как бы нету, да? Вот, но мы отлично играем пока что. Это прям, если мы выиграем, это прям будет супер потная катка. Я давно перефармил Хоуи. Какой счет унижи? Унижи, отличный счет, 0-9. Я про это и говорю. Если мы выиграем, это будет супер потная катка. Че, мы не бьем, да, я так понимаю? Нет смысла бить, если мы вард разбил. А, ну хотя никого нет. Я с таким билдом должен справиться. Ну он там может быть и дефолт нежа. Первый кол от Герсиаса. Как музыка называется? Не-не-не, это этот.
Не помню, киберпанк, что-то без авторских прав, что-то такое напиши и увидишь. Так, все, парни, чат не чекаю. Я должен выиграть эту катку. Ерсиас, пожалуйста, не один против всех. Давай, енот, давай. Ты уверен в своих силах? Уверен в своих силах, енот? Хорош, хорош, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Да быть такого не может. Что за рафлан? Как же она... Как она так вообще в мою единичку ульт сдала? Это ошибка, брат, это ошибка. Я вроде как могу, а вроде как и не получается. Пола толку я не слушаю. Да я думал уже, может быть, правда, антихил взять. Афродита. Ну, я не знаю, типа, Нежа просто умирает по кулдауну. Да, окей, Гирит. Понимаю. Не хочу отравлен, хочу этот взять. Дивайн. У меня скорости хватает, у меня под двойкой будет кап. Мне дивайн для скорости не нужен. Господи, я просто ее расколупал. Команда! Что произошло только что? Почему все отошли? Нас же больше было. Не знаю, какой-то вот сейчас был очень непонятный для меня мув со стороны команды, конечно. Мы могли додушить, типа, и Хоуи с этим. Не знаю. Ну ждем 20-й левел Нежи, чтобы он хотя бы притягивался станом и просто поднимал ультом одного из замеса. Все, больше ничего не нужно. Ну, точнее, он больше ничего не сможет все равно сделать. Ну, топ урона у меня. Имея кукулькана в команде, топ урона у меня, понимаю. Нежа это вообще что-то с чем-то, чат. Это прям
Блять, я прям поверить не могу. Чела 0.12. Ну так во всех играх. Во всех играх в основном играют дети, которые не способны думать. Просто есть дети, которые способны думать, а реакция у них получше, чем у как бы более взрослых людей. У них и кликабельность выше, как правило. Как я так и сказал же. Я не фокусирую с сервера, братан, он просто первый врывается, видишь, я умер, кстати. А, нет, смотри. Видишь, как? Сербер нас оттесняет, я ничего не могу с этим сделать. Хорош, хорош, парни. Мы должны вытащить эту супер-пупер-потную катку. У нас Кулху хорошо играет. Кулху вообще красава. И музыка, смотри, прям вовремя такая, типа этот. Такое чисто сосредоточение в катке. Мы можем. Не можем. Здорово, да. Нижа убил! Ну это шанс. Понял. Да не блочь же ты меня! Кукулькан меня убить хочет или что он делает? Они дальше идут, лол. Мы втроем должны дефануть с Кукульканом и с Ктулку. То есть у нас есть фронтлайн и есть очень сильный зонинг маг. Все нормально. Так, вот это мне уже нахер не нужно. Да, 1.13 это просто жесть, конечно. Сейчас он, конечно, уже старается. Но до этого он начал писать то, что все плохо, и туда-сюда. Но я же говорю, то, от того, что он признал то, что он сыграет играет отвратительно, это честь ему не делает. Он до сих пор играет отвратительно. Но он продолжает играть, а команда не бэймит. Кроме Кукулькана, но я его замьютал, поэтому не вижу. Здорово. То контрит Аларуна. Хрен его знает, тоже так трудно сказать. Типа, когда у него есть ульта, Аларуна не контрит никто. Ни один из... Эта ошибка Цербера может стоить ему игры. Это ошибка Цербера может игры им сейчас стоить, чтобы вы понимали. Все, мы выиграли эту игру. Офигеть. А, там этот стоит. Давай, титана.
Какая же потная игра, Джач. Самая потная, наверное, моя на Аларуне игра. Я так и знал. Я сказал сразу. Подумал в голове, если она меня будет контрить, то он правильно сделает. Ой, какая жесткая игра. Просто жесть. Это просто GG. Блин. Ну, одна из самых интересных игр, наверное. И музыка сори кончилась. Одна из самых интересных игр, наверное, за последние несколько дней на Аларуне. Поэтому, естественно, мы посмотрим наши билды. Наши билды, да? Ну, это для тех, кто будет смотреть в записи. Вот, а остальных нужно будет подбить на что, чат? На что нужно подбить? Поставить лайкусики, подписаться на канал. Ну и посмотреть другие ролики, ё-моё. Это потому что отличная катка была на Аларуне. 36 минут максимального удовольствия. Нижа затащил, да, 2.13.